Ручники надевай, я сказал. Сама проститутка. Уроды, козлы. Подожди. Твари. Подожди, подожди. Расскажи, что случилось? Постой, ты же сказал. Ну что, ребята, насколько я понимаю... Изнасилование следует сразу по книжке размера родины. Командир, ну ей-богу, ну не знали. Заткнись, тварь, ты уже труп. Ну что, ребята, давайте все на базу, там разбираться будем. Ну ладно. А ну выпусти, сказала! Ваня, ты меня знаешь! Вы позволите? Время посещения, к сожалению, закончилось. Приходите завтра. Оставил в палате ключи и документы на машину. Я ненадолго. Ладно, только быстро. Халатик накиньте, а то начальство увидит, будет ругаться. Спасибо. Пожалуйста. Как обстановка? Обстановка? Моя фамилия Ермолаев, меня прислали из РУВД охранять раненого. Кстати, меня Евгений зовут, а вас? Катя. Очень приятно. Никогда не думал, что придется коротать ночь с такой очаровательной девушкой. Я сейчас осмотрю раненого, а потом мы с вами чай попьем. Договорились? Чай это хорошо, а вы... Кстати, у нас раненый в какой палате лежит? 11. А почему вы? Ну, я пошел. А вы пока ставьте чай. Ты не должен жить. Охрана? Петь, ты? Слушай, а что это за полицейский Ермолаев пришел? Говорит, раненого охранять. Ты в курсе? Ты что там делаешь? Стоять! Стеня! Парень, я не хочу тебя убивать. Ну что, давай сразу, есть тебе что нам рассказать? Мочить будете? Мариновать. И сушить. Я так понимаю, что вы не из наших? Ты чё попутал? Каких ваших? Короче, я буду говорить. Но у меня одно условие. Ты чё, Мурло, торговаться с нами решил, что ли? Не надо на меня давить. Не пострашнее тех будете. Рома, дави! Подожди, Жек, подожди. Что у тебя там за условия? Короче, вы гарантируете мне жизнь. И камеру в изоляторе ФСБ. Иначе я вам ничего рассказывать не буду, потому что я прекрасно понимаю, что живым оттуда не выйду. В крестах меня сразу достанут. Камера у чекистов. Да. Извините, Роман Юрьевич, дай нас на минутку. Ну чего у тебя? Роман Георгиевич, в общем, такая история. Аксенова просит забыть про ее изнасилование. Опа! То есть как забыть? Ей все понравилось, ее все устраивает. Там папа приехал. Говорит, что сам разберется. Просит, чтобы мы их отпустили. Папа просит, чтобы их отпустили. Ну а как же я их отпущу? Этот в розыске, на нем трупы. Да? Шилов Роман? Да. Невзоров из Выборгского. Я слышал, вы Рыжова взяли. Да, Рыжов у нас. Подъедешь? Нет. Я вообще что хочу сказать? Рыжов нас по убийству своих компаньонов не интересует. Так, а чего вы карточку с розыска не сняли? Забыл, честно забыл. Утром на работу приду и сниму, а вы сами думаете, нужен он вам или не нужен. Давай, пока. Пока. Черт.